Юстиция отметила лучших работников. В преддверии Дня независимости глава департамента юстиции наградил нагрудными знаками сотрудников, внесших вклад в развитие и процветание органов юстиции Карагандинской области. На торжественном мероприятии побывали и наши корреспонденты. Ардак Сметова сегодня получила из рук начальника департамента юстиции нагрудный знак юриста первой степени. Почетная награда присуждена Ардак Сметове не случайно. Будучи начальником отдела по праворазъяснительной работе и оказанию юридических услуг населению, специалист с 20-летним стажем, ее отдел славится лучшими специалистами органов юстиции региона. Накануне в департаменте поздравили тех сотрудников, которые много лет посвятили работе учреждения, внесли большой вклад в развитие и процветание органов юстиции Казахстана. Среди тех, кто получил почетный нагрудный знак, так и Надежда Опекина. Ее стаж уже превышает 30 лет. Всю жизнь она посвятила Темиртаускому отделу ЗАГС. Огромное спасибо, конечно, моему руководству в лице департамента юстиции областного отдела РАГС за такую высокую оценку моего скромного труда, можно сказать. В общем, я очень рада, тем более в преддверии такого большого праздника.